Мурманский областной театр «Кукол» встречает гостей. На заполярную сцену выйдут артисты из Тамбова. Они покажут юным зрителям два спектакля. С кукольниками познакомилась Ирина Ремезова. Артисты Тамбовского театра приехали в Мурманск впервые. По словам профессионалов, такой опыт просто необходим, чтобы кукольные театры в России развивались. На заполярной сцене гости представят две постановки «Жуча» и «Красная шапочка». Над спектаклями коллектив трудился под руководством сербского режиссера Амелы Вучинович, которая в Мурманск посетить, к сожалению, не смогла. Хоть и название есть, там, «Красная шапочка», но это совершенно авторский взгляд на эту историю, на историю «Красной шапочки». И в том числе вот совершенно авторский взгляд на известнейшую сказку, сербскую сказку о собачке Жуче. И это тоже авторский спектакль и авторская переработка этой сказки Амелы Вучинович. Тамбовские кукольники по-настоящему любят свою работу и юного зрителя. Профессионалы своего дела считают, что именно в кукольном театре даже самый трудный ребенок находит себе хороший пример для подражания. Ни интернет, ни телевизор, и даже книги порой не смогут дать ребенку возможность почувствовать себя одним из сказочных героев. Найти ту сторону, которая тебя понимает, иногда почему-то получается именно вот на спектакле. Когда приходит мама и говорит уже, мы в третий раз уже к вам приходим, потому что ему нравится. И когда он приходит домой, он вот рассказывает об этом, то, что он увидел, и ставит в пример этого героя. И как раз-таки нам, взрослым языком, чтобы было понятно, он ставит его в пример как понимающего его. Гастролеры дадут в Мурманске 6 представлений и отправятся с постановками в другие города России. Наш театр «Кукол» решил не отставать от коллег. В конце апреля заполярная труппа посетит Тамбов, где также представит два спектакля. Буквально на следующей неделе наша труппа Мурманского театра «Кукол» выезжает со своими спектаклями в Тамбов. А мы обмениваемся красными шапочками. Они привезли свою красную шапочку, у нас своя красная шапочка с другим режиссером, другим художником. И это, кстати, очень тоже интересно. Мы повезем спектакль «Красная шапочка» и еще мы повезем спектакль «Королевские зайцы». Первое выступление тамбовских гостей в Мурманске очень понравилось юным заполярным зрителям. Но и актеры остались под приятным впечатлением. Знакомство с коллегами, как признается директор Тамбовского театра, всегда идет на пользу профессионалам и позволяет придумать что-то новое.